Установка автоматической защитной шторки на штатную камеру заднего вида Chery Tiggo 7 Pro первого поколения с 2019 года выпуска. В комплекте предоставляется металлический шаблон. Прикладываем его к штатной камере заднего вида и высверливаем технологическое отверстие сверлом диаметром 4 мм под проводку. Заводим провода защитного устройства в высверленное техотверстие. Плотно прижимаем защитное устройство к камере заднего вида, проверяем позиционирование и плотность прилегания автоматической защитной шторки к штатной камере. Высверливаем отверстие и фиксируем защитную шторку на маленьких затемненных саморезах из нержавеющей стали. Теперь подробнее расскажем, как подключить электропроводку для данной модели автомобиля. Питание для блока управления автоматической защитной шторки берем с блока сборки электропроводки в левой части багажного отделения, в серой фишке красный провод. Подключаем через предохранитель. Ведем под уплотнителем багажной двери, далее через штатную гофру. Подвязываемся к существующим проводам и ведем до блока управления защитного устройства. Массу берем с фишки заднего левого фонаря, коричневый провод, и соединяем с черным проводом блока управления. Сигнал заднего хода берем в этой же фишке, зеленый провод. Зеленый и белый провод от блока управления подключаем к проводам защитного устройства соответствующего цвета. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.